жить вдали от городской суеты. Согласитесь, это голубая мечта очень многих людей. Мы сразу себе представляем тишину, спокойствие, никаких соседей и сами себе хозяева. Конечно, мечты сбываются, но дело это достаточно хлопотное. Вы же понимаете, что купить участок земельный – это только полпути. Самое основное – построить дом. Каким он будет, из чего и за какие деньги? Вот с этим сегодня будем разбираться. Мы на уникальной выставочной площадке ритейл-парка «Тандем». И сегодня наш выбор – это дом из дерева. И вот он сразу – объект для внимания. Деревянный дом по технологии двойного бруса. Технология двойной брус представляет собой две параллельные стены из сухого бруса камерной сушки с сечением 45 на 140, между которыми находится экологически чистый энергоэффективный утеплитель – эковата. То есть она получается там внутри, да? Да, внутри, задувается специальным аппаратом. То есть это получается очень теплый, надежный, современный деревянный дом. Дом, который дышит. Мы работаем только с качественным материалом. Весь материал у нас проходит термическую обработку в своих сушильных камерах. То есть материал не ведет, трещин он не дает. И усадку он дает минимальную, ждать не требуется там полгода или год на усадочный период. Особенно важно преимущество такой технологии – это очень быстрая сборка. Домокомплект сам заготавливается на производстве, на станках высокотехнологичных нарезается. То есть здесь отсутствует человеческий фактор. И потом уже, когда он приезжает на строительную площадку, домокомплект готов, пронумерован, проект есть, и уже по нему строители очень быстро его собирают. А вот что касается дверей и окон, это входит в комплект или я это должна приобретать отдельно? У нас в базовую цену входит полностью дом под ключ. Такой дом вам прослужит сотню лет. Главное за ним правильно ухаживать. То есть изначально снаружи обработать антисептиком и лучше на качестве покрасочных материалов не экономьте. Тогда следующая обработка фасада понадобится лет через 80. А что касается архитектуры, так ее можно придумать любую и даже со временем менять. Можно что-то пристроить, настроить, добавить. В этой технологии как раз позволяет делать. Теперь предлагаю заглянуть вовнутрь. Повсюду роскошь дерева и невероятный воздух. Здесь мы можем увидеть дом в таком виде, в котором мы его сдаем заказчику. То есть стены двойной брус с утеплением эковатой, полы шпунтованная доска. Ее можно уже использовать как чистовой пол или потом впоследствии настелить ламинат или линолеум или паркет. И потолки вагонка. Здесь очень хорошая высота, 1,60 м. И высота в верхней части дома 3,5 м. То есть получается высокое, большое, объемное помещение. То есть я теперь знаю свой рост. 1,60 м. А вот такие перерубы на стенах необходимы для жесткости конструкции. Здесь же можно всякие полочки сделать, все что угодно, да? Резные лестницы, шлифованные двери, просторные комнаты. Этот дом 100 квадратных метров. Построить такой можно буквально за несколько месяцев и за 1,5 млн рублей, например, в рассрочку. Красота. Ну, что касается загородного дома, больше времени хочется проводить именно на природе, на свежем воздухе, поэтому здесь большой широкий балкон на втором этаже. Также можно пристроить веранду дополнительно. И устраивать пикники или зимний сад. Да. А это еще одно чудо деревянного домостроения. Дом из оцилиндрованного бревна. В наш регион стройматериал везется из Кировской области, так называемый северный лес. Многие наверняка знают, что все-таки северный лес, немножко подача другая, совершенно другая плотность древесины, совершенно другого качества. Если брать от истоков, дерево растет в северных регионах гораздо медленнее, соответственно, годичные кольца плотнее, древесина плотнее. Вот он. Двухэтажный красавец. Такие дома, конечно, сложно представить типовыми. Это только штучная, индивидуальная работа. Главное, для достойного результата нужно время. Сколько времени понадобилось на то, чтобы поставить этот дом? Все-таки строительство мы ведем несколько этапов. Фундамент и фундаментные работы были выполнены осенью. Вот. А основной дом мы уже ставили зимой. По времени сборка конкретно вот этого дома на 120 квадратов, 6-7 человек у нас работало на этом объекте, за 10 дней. А вот на что понадобится время, так это на усадку дома. Из древесины естественной влажности сразу под ключ поставить его не получится. Дереву нужно время, чтобы, как говорится, встать на место. Усадка древесины составляет порядка 7%. То есть, если взять применимо к этому объекту, значит, это 22-й диаметр
бревна при высоте потолка, допустим, 2,5 метра, 7% – это 18 сантиметров. По сути дела, это практически целый венец. То есть спрогнозировать, как себя древесина поведет, очень сложно. Поэтому просто нужно набраться терпения и дождаться будущего сезона и приступать к внутренней отделке тогда, когда уже влажность древесины будет достигать там порядка 20-25%. Тогда уже можно эту древесину чем-то покрывать, какими-то лессирующими составами и вести обработку. И снова, не экономим на качестве покрасочных материалов и еще пользуемся современными технологиями. Вот, например, так называемый теплый шов. Очень здорово запечатывает, закрывает внутренний контур. В том плане, что это тепло, потому что эта технология, это, по сути дела, альтернатива конопатке. Той классической конопатке, которая была испокон веков. На выходе вы, конечно, получите поразительный результат. Ну, во-первых, это очень эстетично выглядит, можете посмотреть, потому что герметики имеют разную цветовую гамму, то есть теоретически можно поиграть на соотношении там тон-полутон. А еще учитывайте, что деревянный дом должен быть обязательно на высоком фундаменте. То есть древесина не должна быть покрыта зимой снегом. То есть она должна быть выше там, уровня снега. Поэтому фундамент мы поднимаем, там, начинаем 40 и выше сантиметров от основного уровня грунта, если нет перепадов. Стоимость такого дома рассчитывается примерно от 8 тысяч за квадратный метр. В итоге это двухэтажное творение на 120 квадратов владельцу обошлось в 970 тысяч рублей без стоимости фундамента. В завершении мне остается добавить. Какую технологию для себя выбрать, в принципе, решать только вам. Главное, помните, что дерево – это живой материал, который наполнит ваш дом настоящей особенной душой. Это была программа «Наш выбор». С вами была Валентина Мартынова. До встречи!